Достопочтенный шейх, сказал пророк, мира ему и благословения, Аллах сделай для нас баракатными, благословенными Раджаб и Шаабан, и дай нам дожить до Рамадана. Достоверен ли этот хадис? Это недостоверно и не передается достоверно от пророка, мира и благословения ему и его семье. В действительности пророк, мира ему и благословения, стал бы наиболее устремленным человеком, чтобы Аллах дал ему благословение баракатов в Рамадан. Как это? Говорит, сделай благословенными Раджаб и Шаабан и дай дожить до Рамадана? Хорошо, и чтобы Аллах не сделал его для тебя благословенным? Суть важна, это слабый хадис. Не передается достоверно от пророка, мира и благословения ему и его семье.